Класс, теперь и у Вини есть друг. Может, она понимает то, что он маленький еще. Ну. Знаешь, за лапу раз такая тащит, то за лапу не отпускает. А? Я бы тоже буду тащить, между прочим, к себе в клетку Сашеву. Как игрушку? Да. Как она кокосы затаскивает, пытается. А возможно. Ать. Знаешь, как она заинтересовалась. Угу. Наконец-то. Хоть чем-то у нас Венька заинтересовалась. Идеи второго енота можно было и не заводить, можно было завести только щенка. Нет. Не, ну вообще вот так. Ну вот. Так да. Собака вообще клала на енотов просто. Угу. Пес без страха и упрека. Давай, давай, воюй с ними с двумя. Конечно. Она видишь, как встает, так и ты. Ты моя девочка. Ты моя красавица такая. Ты моя девочка, Венечка. Моя девочка такая. Красивая моя. Любопытство взяло вверх. Папа притащил домой. Какая офигенная игрушка. А эти вообще что вытворяют, да? Посмотри, как она кокосы воспринимала, да? Угу. Пускала. Кокос щемился, потому что. А это, видишь, играет и все. Firefox. Она за ногу всего пытается. Сейчас он ее мне-то за шею. Ага, она ну-то берет за лапу и тащит его к себе в норму. Веня. Нет, пока пёсу хорошо, он нормально, он же может тяпнуть. Да. Поэтому... Скулит. Видно, когтями как-то всё. Может, зубами за шкирку. Он как винит и трепет. Сейчас он всем раздаст енотам. Веня, смотри, какая подлюка, такая подкрадывается за лапы, вот соп, и в дом. Рыжий хвост. Венюшка. За лапу, такая тень, и к себе. Блошек выковыривает, да? Его. Прикольно вообще. Я не могу. Венька. Венюшка. Девочка. За лапу хоп. Тынь. Нет, с двумя-то ему тяжеловато будет, он быстрее выдохнется. Веня, да, Веня такой партизан, да, сзади подходит за ногу, хоп. Тихим сапом. Угу.
Знаешь, что меня еще удивляет? Что кокос-то ему так не трепет и не делает, ему так больно, как он видит свинькой. Все. Сейчас Бобика схавают. Эй, оставьте песика в покое. Сейчас он вам даст. Правильно сегодня дядька сказал. Говорит, подрастет, даст вам шороху. Смотри, вдвоем нападают. Друг на друга-то ноль эмоций, да? Все на собаку внимание. Этот до кучи может залезть. Не, Веня нафиг не нужна теперь. Кокос! Веня за ногу его прет и все, как все теперь. Чем аккуратно так лапом берет, да? Она покусывает так его за лапу. За лапу такая хлопок не тянет. Нет, Винь, он к тебе не полезет однозначно. Вот так вот. А ты как думала? Это тебе не в сказку, это тебе не кокос. Как вы смотрите, как его зашили, такой брыкнул.